Добрый день, компания Прогресс Авто. Сегодня на обзоре у нас мини-трактор Kubota GL260. Вот такой красавчик с кабиной, с кондиционером, с печкой, с реверсом, с гидроусилителем. Так, по резине. Резина у нас имеет небольшие микротрещинки, без порезов, хорошее состояние. Размер шины 7-16. Задние шины у нас 11,2 на 24, также в хорошем остатке, имеет небольшие микропорезики. Навеска у нас трехточечная, фреза с быстросъемом, гидроцилиндр. Фреза модель RL5G, ширина ее 150 сантиметров. Ножи практически новые, можно сказать, новые установлены, хорошие. Что у нас внутри? Наработка мини-трактора 547 моточасов. Колонка у нас рулевая, ломается на себя для удобства. Трактор у нас на реверсе. Функция быстрый разворот, 4WD, пониженная, повышенная. Переключение передач. Навеска у нас со всеми режимами, автозаглубления, горизонты, памяти. Все присутствует. Вал отбора мощности у нас 4 передачи вперед, одна будет задняя. Что мы имеем еще в кабине? Кондиционер, печка, аудиосистема, вентиляция. Компания Прогресс Авто.